Хоть и проиграли, есть положительный момент третьего периода, как нужно играть. И немножко слабо начали опять, не знаю почему. И я думаю, на следующую игру уже никого не нужно настраивать, все понимают, что это такое. И я думаю, мы наконец-то почувствовали в третьем периоде, как нам нужно играть. И в принципе, мы должны зацепиться за эту игру. И в принципе, я считаю, хоккейная жизнь тем и интересна ради таких матчей.